Статистические данные регулятора свидетельствуют о том, что объем переводов денежных средств из России сокращается в последние годы. Основная часть пересылок в прошлом году осуществлялась физлицами в страны ближнего зарубежья 6,2 миллиарда долларов при общем объеме 7,4 миллиарда долларов. Показатель несколько сократился в сравнении с предыдущим годом. Подробнее об исследовании читайте на нашем сайте.